Домашняя ничья. Крылья Советов сыграли с питерским «Динамо» со счетом 1-1. Первые 10 минут прошли спокойно, без атак. Первыми в выступление пошли петербуржцы. Однако счет все же открыли хозяева поля. На 23-й минуте с близкого расстояния Адис Яхович головой отправил мяч в сетку. 1-0. Ответного удара долго ждать не пришлось. Уже через 5 минут соперники пробили в штангу самарских ворот. Дальше обстановка стала накаляться. Опасных моментов было много. На 40-й минуте гости сравняли счет. Возможность забить во втором тайме у крыльев были, но реализовать их так и не удалось. По итогам матча 13-го тура ФНЛ ничья. Следующую игру самарцы проведут в субботу, 11 октября, в Красноярске. Крылья сыграют с Енисеем. Я думаю, сегодня мы очень разочарованы. С другой стороны, я думаю, то, что прежде всего нам нужно посмотреть на себя. Our quality, mentally, technically, на наше качество, на наш менталитет, на нашу технику, was not enough, которые были недостаточными. And if you have some players at a too low level, и если некоторые игроки играют на слишком низком уровне, as a team you suffer, of course, to make the difference. То, естественно, команда страдает, и результат тоже.